Медицинская статистика говорит о том, что в начале зимнего периода люди оказываются не готовыми к таким капризам природы, как гололед. И это касается не только беззаботных автолюбителей, которые откладывают смену шин на последний момент. Пешеходам также необходимо заранее подготовиться к этому времени года. Бурлаков Михаил Викторович – мастер со стажем более 20 лет. Он один из тех, кто знает, как нужно это делать. Клиентов много, обычно это скользкая обувь. То есть меняют профилактику, ну или просто ставят на обувь профилактические подметки и нескользкие набойки. Чтобы ваша обувь служила вам как можно дольше, не забывайте за ней ухаживать. И тут есть важный совет – не ставьте ее на батарею. Все отклейки подошвы происходят после того, как люди горячую обувь одевают, с батареи снимают, и она отклеивается именно после этого. А если вы все-таки сделали это, и ваши сапоги расклеились, не волнуйтесь, все можно исправить. Подошва приходит много, но в основном ее меняют не из-за того, что она не нравится, а больше, конечно, просто они лопаются. И дать новую жизнь своим любимым ботинкам. Человек хочет в летних ботинках, в осенних, ходить зимой. Вот я ему буду ставить профилактическую подметку. Она и не скользкая, и носится хорошо. Наши граждане смекалисты. Вот и против гололеда есть народные средства. Мажут клеем и посыпают обычным речным песком. И, в принципе, говорят, хватает и очень здорово не скользит. При покупке зимней обуви обратите внимание на рисунок подошвы. Если вы зиму покупаете, что хоть протектор был, ну хотя бы не скользкий и с какими-то шипами, квадратиками. А в некоторых случаях и на цвет. Материал не скользящий, обычно желтого цвета идут. Вот, они более каучуковые, то есть там. То есть он сам по себе, даже не обязательно рисунок, но они сами по себе не скользят. Также следите за тем, чтобы подошва у новых ботинок не была облегченной. И как сказал герой одного очень известного фильма, готовьтесь, зима близко.